Без газа и тепла сегодня останутся жильцы столичных многоэтажек. Временные неудобства связаны со строительством транспортной развязки на пересечении Аметьевской магистрали и улицы Даурской, а также с возведением тоннельного перехода через железнодорожные пути. Газоснабжение будет приостановлено в домах, расположенных по улицам Зорге и Карбышева. Батареи остынут в жилых строениях на Комарова-Высотной. Восстановить подачу газа коммунальщики планируют в течение дня.